смотри как. Аля. И как его зарашить? Вот и снайпер. 21 левел. Так, ну здесь выхода в мета нету. Для начала надо посмотреть, сколько у меня пули есть. СНБшня почти полон. Дальше, здесь полный. Нифига себе прицел. Тут кратность нельзя менять. Да ёкара не убай, вот это прицел. Офигеть. Что гоните? С таким прицелом ходить, парни. Там тот чувак, или это он, наверное, спустился, скорее всего. Я так предполагаю. Давай по над самым краем пойдем. Все-таки хочется сохранить это произведение искусства. Ты смотри, какой, блядь, дерзкий. Ты кто вообще? Челобот. Лок отдал? Броню отдай? Ладно, не надо. Уходим. Не-не-не, ребятки. Спасибо. Я на этом все. На этом мои полномочия, как говорится, все. Всем спасибо, все свободны. Дайте я выйду и все. Все будет хорошо. Так, парни, я на выходе. Всем спасибо за игру. Всем спасибо за SV98. Хе-хе. Опа. О. Заметил, что ли? Да нахуя, блядь? Ну вот и чё ты добился, прям? Чего ты добился? Ой, я не понимаю. Перелом руки левой. А мог бы не стрелять. Тоже, кстати, с таким же самым калашом. Да лут практически одинаковый. Обезболивающее есть? Нет. Нет обезболивающего. Так, предлагаю зайти вниз. Так, пожалуй, сейчас я перейду здесь и поднимусь на противоположной стороне. Блин. Это туннельное зрение вообще не видать нифига. Ладно, подожди. Пошли жесткие зажимы. Надо поторопиться, может успеем. Ага, понял. Это дружеский бот или нет? Братан, ты что, развалил его? Сука ты, блядь, не упырь, блядь, гнида, блядь. Не, он свалил, походу. Усы, нафиг. Балаклаву, yes. У, сука, гли какой. Короче, бот разобрался. Поддержка ему не потребовалась. Так, но. Медикаментов так и нету. No.
Why? А кто меня тут крысит? Не понял. Это что было, блядь? У меня глюки, либо пуля прям прилетела сюда. Понятное дело, руки выбитые были. Тут было нереально. Так, 38-я минута. Отлично, отлично, отлично. О. Так, Шо? Тепловизор? Оу. Нужно занимать это здание. Боты будут прикрывать. Ну и где? Где вы, где вы, где вы? О, бот. Здорово. Это ты с СК стрелял? Походу, да. По ком ты стрелял? А, вот. Скупщику все продам и заживем. Ну и что это за хуйня? Ты куда пошел? Скупщик. Не обидно, не выходи! Откуда, блядь? Ну чё, попадос вам тут всем, залетные. А вот тут друган мой бывал точно. Так. Ну чё, попадос вам тут всем, залетные. А это биры, что ли? Ну чё, пацанчики, ну-ка, блядь, все сюда ко мне. Братан. А! Есть кто, нет? Да, блядь, нажри, сука! Кто-то с прицела работает. Так, ну шо? Надо попробовать подлутать этого чувака молодого. Не стреляй. Не стреляй. Калаш, пожалуй, возьму. Это не по мне, это не по мне пока что. Но если они внутри сидят, то я их не увижу никак. Мне их не видать просто-напросто. Там темно, снаружи светло. Как их увидеть? Вообще, как вот их увидеть? Никак. Можем отсюда десантироваться, в принципе. Опа-на! Офигеть! Вот это подарок судьбы. Ты смотри. Меньше половины, 7N1. Давайте посмотрим теперь. Где вы там, ребятки? Ну да, их, конечно, сейчас уже тут и нету. Скорее всего. У меня гости уже.
чё за хрень? Ну а что ты, ты сюда никак больше не подымайся, кроме как сюда надо идти. А я могу в окно спрыгнуть. Решала, походу. Это кто такой? Это бот с СКС-кой. Так, а мне бы шо? Ой, фак. 30 тысяч рублей уже, офигеть. Ключ. Такое себе. О. Опа. Опа, вижу. Бот убил. Опа. Не знаю, я не стал ждать, пока меня тут разберут, но это скорее уже бот по мне стреляет. Да. Так, а выход у меня тут есть? Да, это был тоже челобот. Отлично. Эх, почти пуст. Один патрончик остался, ну ладно. Тоже пригодится. А ты что набрал, братан? О, у тебя получше броня. Отдай сюда. Так, это ж недалеко, блять. Что у тебя было? Все, уходим. Десять минут. Так, я слышал кто-то. Блядь. Вот тут такая интересная, кстати, тропа. Можно бегать. Осталось немножечко. Ну тут, в принципе, уже лутать особо-то нечего, 8 минут осталось. Ну, и я, в принципе, немного так набрал. Великолепно. Класс.